Где Парсик? Там. Гоните меня. Доброго дня. Збираємось зараз всі у Печерському суді. Здесь сейчас відбувається настоящий прорив нашей юриспруденции. Наконец-то за 4 года после Майдана установлены реальные преступники. Только что заявил прокурор и следователь о том, что будет вручаться подозрение народному герою Украины, человеку, который защищал нашу родину в составе добровольческого батальона, Івану Бубенчику, за убийство умышленное беркутовцев на Майдане. То есть я думаю, сейчас те, которые сбежали в Москву, те, которые барыжат гранатами на Броварском проспекте, разгоняют хлопцев на Грушевского, те, которые сейчас безнаказанно продолжают избивать людей, лишь бы триматы у влади Порошенко, Авакова, Луценко, сейчас просто прыгают от радости. То есть я прошу сейчас всех патриотов добраться здесь. Я думаю, что это дело стоит того, потому что если сейчас на 4-й год выясняется, что у нас преступниками являются майдановцы, защищавшие людей, которые делали это уже после того, когда была убита Небесная Сотня, то я думаю, это стоит того, чтобы здесь собраться. Это Крещатик, какой тут номер дома? Неважно. Короче, это тот Печерский суд, который на Крещатике. Те, кто освобождал Лихаритова в 16-м, вы это помните, подтягивайтесь сюда. Где помощь? Друже, скажи, будь ласка, пару слів, а де тебе затримали, или откуда тебя доставили зараз? Повідомлено про підозру. Сказали, 348 кримінального кодексу України. Система вивели мене пункту 1.12, частини 1, частини 2, статті 115, а також частини 1, статті 263 кримінального кодексу України. Я правильно понял, обвиняют в умышленном убийстве беркутовцев и ВВшников на Майдане, да? Друзья, ну вы бачите, вот прокурор... ...правоохранного органу, під час здійснення ним службової діяльності, також вбивство військового службовця, під час здійснення ним охорони громадського порядку та замах на вбивство військового службовця під час охорони ним громадського порядку. Це які числа? Це за злочин, вчинений 20 лютого 2014 року в центрі міста Києва. Так, друзі, я прошу зараз під'їхати всіх, кому не пофіг, хто смотрел эту трансляцию, особенно тех, кто в 16-м освобождал батю Лихолита. Иван Бубенчик – это человек не только, который был на Майдане, это человек, который поддерживал в том числе наши протесты на Грушевского. Поднимайте зады сюда и ждем вас всех на Печерском суде. Это на Крещатике, тот суд, недалеко от КМДА.